Здравствуйте. Да. Новые орхидеи не только. Я знаю, что я обещала, но я не буду больше говорить, что сорвалась или что-то в этом духе. Дело в том, что это вторая часть предыдущего моего заказа. Просто заказ разделился на две части. Кое-какие растения должны были прийти через 2 недели. И вот, наконец-то, я получила заветную посылочку. Я не буду тянуть время, не буду шуршать бумагой. Я просто аккуратненько открою коробочку и покажу, что же там такое. А растения просто невероятные, просто удивительные, просто восхитительные. Столько эпитетов опомена. Простите, перешла на греческий. От восторга. Столько эпитетов от меня редко слышите. Я вообще человек такой довольно сдержанный, но тут не могу удержаться. Но я немножечко повредничаю. Кусочек покажу. Просто хочу сказать, что в последнее время я ничего не успеваю. У меня несколько уже обещанных видео и про папоротник, про платицерум, и про кое-какие орхидеи, про удобрения очень, в общем-то, много оставлено, просто не успеваю, очень много дел. Были кое-какие заморочки, были врачи, в общем, все было. Постараюсь наверстать, так что не обижайтесь, я постараюсь все быстренько исправить. Итак, открываю. Ну и начнем. Вот этот аэрангис, прекрасный аэрангис, посмотрите, какой он пушистенький. Вот так он называется. Кажется, аэрангис киркиай. Я через кадр не вижу. Прекрасное растение. Цветет очень красиво. Цветет. У него был цветоносик. Он умеет цвести. Это, наверное, цветоносик, да? А, нет. Ну, неважно. Будет. Будет цветоносик. Мы его польем. Он немножко в дороге захотел пить, но ничего. Он очень такой хорошенький. Листья не обезвожены, видите? Прекрасное растение. Просто прекрасное. И очень красивые цветы. А теперь следующее очень интересное растение. Ну и подарок от Яниса, мое любимое удобрение Rain Mix. Янис, спасибо. И в Христо. Ну а теперь та-да-да-дам. Вот кто знает, что это такое? Что это я купила? Написано, было улитка. Больше я ничего не знаю об этом растении. Кто это, что это? Как его содержать, в каких условиях? Нет никакой таблички. Пожалуйста, если кто знает, что это такое, напишите мне. Я не удержалась, как можно было не купить вот это, посмотрите. Посмотрите. Там действительно такое впечатление, что улитка. Ну, просто восторг. Ну и напоследок вот такой вот роскошный варегатный я даже не знаю, как его произнести. Анцициум. Просто сказочный. Посмотрите, какие листья. У меня нет слов. Посмотрите. И невероятно нежный запах. Просто невероятный запах. Что-то сказочное. Я когда его увидела, я просто не могла удержаться. Я сказала, что он должен быть моим. Ну вот и все. В этом году точно все закончено. На следующий год тоже все закончено. Посмотрим, как мы переживем эту зиму. Ну, разумеется, все может быть. Могут мне что-то прислать. Но заказывать я больше ничего пока не заказываю. Пока. Вот такие были покупки. Спасибо еще раз Янису за такое замечательное настроение. Ах, просто восторг. Посмотрите, какое шикарное растение. Какие все шикарные растения. Спасибо. Пойду рассматривать, нюхать, поливать, искать, как называется.